Всем привет! Начинаем разбор. Гармония у меня тульская, тональности до диез. Сначала показываю правую руку. Будем условно говорить, что песня в ля миноре. Итак, правая рука, начало. Так, показываю одним пальцем и озвучиваю ноты. Ля, ля, соль, ля, до, ля, соль, ми, ми, ре, до, ре, ми, соль. Дальше повторяется то же самое. Ля, ля, соль, ля, до, ля, соль, ми. Ми, 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 ре, ре, до, ре, ми, соль. Играю еще раз. Дальше играем. Так, показываю одним пальцем и озвучиваю ноты. Соль, соль, ми, соль, ля, соль, ми, ре, ре, до, ля, до, ре, ми, ми, соль, ля, до, ля, соль, ми, ми, соль, ми. Еще раз показываю. Так, это был у нас куплет, да? Давайте еще раз покажу правую руку. Куплет показываю от начала. Есть такая вставка. До, ре, ми, соль. Итак, припев, то есть куплет я вам сыграл. Сейчас я играю куплет. Он чем-то похож на припев, но там есть изменения. Поехали. Итак, озвучиваю ноты. Ля, ля, соль, ля, до, ля, соль, ми, ми, ре, до, ре, ми, соль, 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 ля, соль, ми, ре, ре, до, ля, до, ре. Дальше. Так, показываю одним пальцем. Ми, ми, ре, ми, соль, ми, ре, до, до, ля, соль, соль, ля, до, ре, ми, ми, ре, до, ля. И это повторяется два раза. То есть вот этот припев, он играется два раза. Показываю еще раз. Вот
повторяется. Здесь можно, кстати, сыграть либо соль, ми, соль, ля, до, ре, ми, ми, ре, до, ля. Это конец, получается, песни. Так, с этим понятно. Давайте покажу левую руку. Так, начинается с ля минора. До мажор. Фа мажор. Соль мажор. До мажор. Еще раз играем. Идет ля минор, ре минор, до мажор, соль мажор, до мажор, ми септаккорд. Дальше играем припев ля минор, соль мажор, до мажор, ля минор, ре минор, до мажор, соль мажор, фа мажор, до мажор, ре минор, ми септаккорд и ля минор. Итак, покажу еще раз только левую руку от начала до конца. Смотрим. Давайте еще раз издалека вам сыграю, чтобы видно было и правую руку, и левую руку. Смотрим внимательно, помедленнее. Припев. Всем спасибо, удачи!